Две команды, представители старшего и младшего поколения, накануне сразились в юмористическом батле. Для брестской публики участники команд «Золотой запас» и «Дети Зигмунда Фрейда» подготовили множество шуточных инсценировок, пародий и остроумных высказываний на самые разные темы из жизни. Этот конкурс, КВН, это же тоже конкурс, мы проводим уже 8-й раз. Тем более, что мы все время проводим с государственным учреждением Брестский государственный университет имени Пушкина. Причем факультет психолого-педагогический. И тут же мы можем сказать таким образом, что здесь мы проводим не только с этим факультетом, но и с социально-педагогическим факультетом. Это как бы два родственных факультета и родственное, потому что выпускники этого университета, этих факультетов приходят к нам, в наш территориальный центр. Юмористические подходы к творческим заданиям у команд кардинально отличались, однако и те, и другие участники не уступали друг другу в мастерстве шуточного исполнения. В каждом из предложенных организаторами конкурсах КВНщики смогли блеснуть своим остроумием и чувством юмора. К слову, представители старшего поколения на сцене чувствовали себя уверенно. На это влияла не только активная поддержка в зрительном зале. Дело в том, что мы участвуем как бы не первый раз и разным составом, но народ у нас творческий и быстро реагирует на вызовы. То есть, если нужно шутить в определенной теме, то мы быстро перестраиваемся и начинаем искать интересные вещи в этом. Для КВНщиков из команды «Дети Зигмунда Фрейда» участие в подобном мероприятии было в новинку, но поддержка от опытных юмористов придавала им сил и уверенности перед выступлением на сцене. В КВН, да, это был первый опыт, до этого мы где-то кто-то немножко участвовал, кто-то занимался вокалом, кто-то театральным, поэтому был, наверное, выбор на нас, но КВН был первый опыт. Нас подбадривали за кулисами, видя, что вот мы маленькие, если сравнивать, мы неопытные, нас подбадривали, улыбались, похлопывали по плечу, это было безумно приятно, это была очень дружественная атмосфера. Смешные импровизации, веселые песни, подготовленные стендапы – все это по достоинству оценили и члены жюри, и брестская публика, которая не переставала одаривать КВНщиков аплодисментами и искренним смехом. А завершилось мероприятие торжественным награждением каждой команды участницы.